Съемки многосерийного фильма «Красный Яр» о золотой лихорадке в Сибири продолжились в историческом квартале Красноярском. Сюжет держится в секрете, но многие локации уже известны. Действие картины охватывает две эпохи – конец 19 века и наше время. Лентой занимается кинокомпания из Санкт-Петербурга в рамках празднования 200-летия Енисейской губернии. Всего будет 8 серий. Часть съемок уже прошла в Минусинске, Шушинском и на регбийном стадионе «Красный Яр», и даже в стенах нашей медиагруппы. И вот сегодня съемочная группа работает в центре города. Сами питерцы говорят, красноярцам повезло, что в городе есть такие места. Искали разные локации, и в Красноярске нашли несколько. В частности, вот исторический квартал, который находится напротив, и вот здесь вот у органного зала. Ну, атмосферу передает вот этот кусочек, собственно говоря, и кирпичные здания, и деревянные строения, и, собственно говоря, даже новодел, он, в принципе, похож. Потому что в 1863 году это же не смотрелось развалинное, это же было только что построенное и покрашенное здание. Напомню, реконструкция исторического квартала началась в 2017 году по инициативе промышленника Олега Дерипаски. Долгое время деревянные дома в районе пересечения улиц Горького, Баграда, Карла Маркса были жилыми. Они подвергались перепланировкам, горели, разрушались от времени, и к 2013 году жильцов расселили. Некоторые дома в границах квартала восстанавливали по крупицам документов и чертежей. При этом некоторые здания и вовсе разбирали и собирали заново.